Я Дэйв Мэтьюс, основатель New Air. Компания New Air выросла из научного эксперимента, который я проводил в 2009 году. Меня тогда раздражало огромное количество бесполезной информации в эфире. Wi-Fi, к которым нельзя подключиться, потому что ты пришел кому-то домой, а пароль тебе не сказали. Bluetooth-устройство, чтобы подключиться к которым, нужно пройти процедуру сопряжения. И мы решили создать приложение, которое использовало бы данные о том, какие Wi-Fi и Bluetooth-сигналы доступны мобильному устройству. Мы назвали это приложение Proximity-платформой. Оно помогает узнать, как далеко телефон от Bluetooth-чипа, как далеко вы от своей машины, от своего дома. И всю эту информацию можно использовать. Одно из моих любимых приложений — «Где моя машина?». Каждый раз, когда вы выключаете бортовой компьютер автомобиля, его Bluetooth-сигнал отключается. Обычно телефон никак не реагирует на это событие. Но с нашим приложением, как только Bluetooth-сигнал машины пропадает, телефон ставит отметку на карте. Я думаю, что машин-ту-машин станет следующим этапом развития мобильных технологий. Сейчас все говорят о семантике. Ну, как в Гугле, когда начинаешь печатать запрос, программа сама угадывает, что ты имеешь в виду. Такие приложения основывают свои подсказки на истории поиска. Мобильные сейчас узнают о том, где они находятся, только с помощью геолокации. Но геолокация недостаточно точная, да и батарею сажает слишком сильно. Нам кажется, что новое поколение мобильных устройств будет завязано на машин-ту-машин, особенно на локационной связи между устройствами. Мобильные должны понимать, в какой среде они находятся и какие возможности им доступны. Например, стационарный телефон может реагировать на то, есть ли рядом с ним ваш смартфон. Вот вы приходите домой или в офис. Не хотите разговаривать по мобильному, и звонки автоматически переводятся на стационарный телефон. Качество связи, по которому лучше. Или вы идете в переговорную для конференц-кола, а люди могут не знать номер, по которому надо звонить на конференцию. Это вообще каждый раз проблема этих номеров, никто не знает. Но если у вас есть с собой мобильный, он должен понимать, что рядом с вами смартфоны каких-то людей, а в вашем календаре стоит отметка о встрече с этими людьми. И тогда ваш мобильный может переадресовывать звонки на конференцию. Такие возможности действительно изменят роль мобильных телефонов в нашей жизни. План Б на сайте rbk.ru.